На Ямал не пускают большие грузы. На Карамовском посту введено ежегодное ограничение на въезд транспортных средств, вес которых превышает установленную норму, а именно более 6 тонн на ось. Проезд через пост для таких авто будет закрыт до 31 мая. На территории Ямало-Ненецкого округа введено ограничение для временное ограничение для движения крупногабаритных тяжеловесных транспортных средств, то есть установленные параметры определенной нагрузки на ось, то есть до 6 тонн на ось нагрузка у нас действует в этот период времени. Данные ограничения введены в связи с уменьшением несущей способности конструктивных элементов дороги, связанных с эко-увлажнением в связи с паводковым периодом. Поэтому приняты такие меры владельцами.